Алик ушел. С водой? С водой. Ну, там чуть-чуть воды. Ага. У меня в машине жидкости для всякой чистки и всего остального в лёд превратились. Да, ну, жидкости для всяких моющих. Можно уже было наверх выходить, наверное, да? Он летит достаточно медленно, а у вас руки внизу, и вы ждете, смотрите на него. То есть вниз бы успели, да. А выйти вот туда наверх бы, хотелось бы, чтобы вы хотя бы подняли, хотя бы сымитировали этот выход. Потому что иначе не успеете. Ну, то есть, если вы не сделали это движение наверх рукой вовремя, Да, вовремя, из центра, наверх, просто вот он откидывает, и мы просто вот начали тянуться рукой туда, да, и, да, а дальше проводили, как он улетает вал. А мы думаем, ну ладно, летит, летит, типа, нет, я понимаю, но сверху не получится его отыграть, если вы не подготовились к этому.
35? Да. Очень быстро идет счет, я повторю. Я сейчас уже, я уже ушел оттуда. Интересно. Нет, я чуть-чуть здесь ушел. Я недолго здесь стоял.
что записано на плюс
другого.